Всего вам хорошего, успехов в новом учебном году, в одолении этой лестницы знаний. Поздравляем прежде всего первоклассников, желаем им хороших успехов, хорошего смотри на меня. Кадры вас этого года последние, 1 сентября. У нас еще за один свет будут все кадры показаны в конце года. Я смотрю на тебя и рада. Все-таки не самый маленький класс. Детки, ну хоть там, я с той стороны не видно. Давай чуть-чуть попозже, когда все пойдут провожать туда, в школу. Мамуль, попозже. По 1.76 метра вижу. А завтра то, что можно сделать сегодня. Поближе один. Здоровья и не болейте. Поближе сюда, в кинокамеру. Ура! Коля! Поближе сюда. Петя! Значит, вы знаете, у нас традиции, ребят, наверное, а маленькие пока еще не знают. Мы 1 сентября всегда кладем цветы, возлагаем памятнику защитнику Москвы, который находится у нас в школе. Я попрошу Буковского Тимофея и Катю Кузнецову выбрать себе по первокласснику и пойти возлагать цветы. Цветы возьми у нее, цветы у девочек. Цветы у девочек. Очки являются элементом прически. Дай куда ты лезешь, где? Какой ужас. Кто ее выпустил на... Я говорю, кто ее выпустил на сцену? Ну, в общем смысле, чего? Обидно, а? В данном контексте дерьмо. Гриша, видение. Профессиональная республика. Да. Где были больные? Теперь видно? О, е. Вот, не буду. Мне башка на уровне цены. Прохожу, прохожу. Тоже внимание обратила. Спирно. Кого нет? Шарики, одни шарики. Ку-ку. Я тебе говорю, позже все. Почему качели, прошла, сколько градусов? Нормально. То, что надо. Я только родители. Спасибо. Спасибо. Я нашла сайт. Были ума. История классная. Тут история. Уже история. Вместе, мы же тоже участники. Школьная пора, солнце пора, школьная пора, всякой погоды пропадали пропада мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит мне домой возвращаться пора. Через года слышу мамин я голос, значит мне домой. Я сейчас здравствую. Цветов у меня нет. Thank you.
Так, вот сейчас наши дети. 11 класс. Перейдут первоклассники. Никита! Я тоже знаю.
А потом около этого доски станут. А, вытирайте тут ЖК. Сейчас меня Елена Николаевна сфотографирует. Смотри, какой у меня теперь готов выбор. Вы в эфире. Для кинохроники, Лена Станиславовна. Для кинохроники. 1 сентября. Конечно, боже, по нашему сегодняшнему празднику. Потому что вы провожали школу первочков, наконец-то почувствовали ясно, что мы с вами встречаем вместе этот праздник радостный. Встречаем его с вами вместе последний раз. Вот в таком составе, в таком дружном классе, вот так все вместе последний раз в 11 классе. Будут много других первых сентября. В следующем году увидели, наши выпускники пришли. Но это уже будете не вы, учащиеся. Вы будете выпускники. И я не думаю, конечно, что вы забудете свою школу. Я думаю, что каждого 1 сентября, когда заиграет... Конечно, я думаю, что и у ваших родителей немножко дрогнет сердце, потому что дети у них выросли, а в душе все равно остались школьниками. Все равно вы остались нашими милыми первоклассниками. День. Елена Станиславовна, вечный наш корреспондент, фотографировала вас, и я надеюсь, на последнем звонке, на выпускном вечере, мы с вами увидим этот фильм. Когда Женя Гребов, Стас Сирокин, Игорь Горян, Маша, симпатичная маленькая Маша. Очень симпатичная. Коля, Женя, Мамин, Антон Куролесов, Юля Абашева, Чернышова, Дима, Тимофей. Ну, ты был раньше нам, в нашем коллективе. Наташа Шлёпкина, очень приятные милые девочки с белыми бантиками. Надя, Борис, конечно. Я очень рада, что вот с первого класса, с самого 1 сентября в школе, за такой хороший класс, который вы сохранили с 1 сентября. Ведь все же в школе говорят, очень хороший, добрый класс. Борис Валерьевич, поговорим, а потом вам вас пригласим. Через 5 дней. Мама. Очень добрый. Извини. Сейчас у нас свое. Поэтому я вас всех... И очень я вам желаю, очень желаю закончить хорошо 11 класс. Потому что вы знаете, какое важное значение для нас всех имеет балл чиста. Слушайте, дети будут вспоминать, какие были мамы, когда они заканчивали школу. Вот. У меня вот такой же снимок. А что вы так сидите, как фотографируете? Когда вы разговариваете, да. Да, ведро цветов удивительно, редко так бывает. Потому что Боже мой, еще и открыто. Вот так вот. И даже на стране. Не видно, мама. Да, нет, все видно. Преподаватели иностранного языка. Все видно. С Эйфелевой башней, с Биг Беном и так далее. Да, вот. Букет прям закрыл Марину Львовну. Я сейчас вот обхожу стороной. Да. С ведром, это главное, что ведро цветов, это вообще класс. Да. Это наши дети, значит, все-таки еще дети, а не взрослые. Если были взрослые родители. И родители тоже приняли участие, я так полагаю. Вырастили цветы на приусадебных участках. Лилии, розы, гвоздики.
Наташа, ну вот, суди меня, уже включена камера, иди ко мне, возьми из рук, меня тоже, чтобы я тоже была здесь. Ничего не надо, все, просто в зеркальце смотри. Лена пришла, она вырастила лилии. Нет, лилии я не выращивала. Розы вырастила. Розы выращивала. Вот она, вот она, Лена. А кто вырастил прекрасные желтые гвоздики? Кто вырастил прекрасные желтые гвоздики? Дима Дуба. Дима Дуба вырастил гвоздики. Вот сразу видно, будущий биолог наш Дима Дуба. А алые розы вырастила Людмила Алексеевна Куролесова на своем участке. Розы к вашему 1 сентябрю все расцвели. А у нас наоборот. А Марина Львовна вырастила целое ведро. Марина Львовна, а у вас все пустые расцвели? У нас все приняло. Вот видите, какие выросли цветы? Просто вместо пустили. А у Марины Львовны будут фотографии, вы увидите, как... Роза вашего глаза, вот это посмотрим, лето, и все бегают. Лен, ну отлично, хватит себя снимать. Все, там уже кончается, сейчас уже, да. Я слышала, вы так говорите. Давайте в класс, заходите в класс. Марина Львовна, класс. Марина Львовна, давайте уже в класс. Марина Львовна, а Лена, включайте компьютер. Лена, скажите, пришли? Да, конечно. Да они сами скажут. Нет, они там... Они уже все, да. Я не знаю, мы вроде так сейчас прошли просто, нет, возле школы нет. Ну уже никого не разбежались, наверное. Ну они, знаешь, они так долго здесь ходили, все, что-то мотылялись, не знали, куда пойти. Вот Сережа Оливанов пришел в гости из другой школы. Так. Саша, Денис. Саша, сейчас я дойду до Саши. Из той же школы. Да, из той же школы, вместе учили. В одном классе. В одном классе, да. Все ясно. Мы вообще... Хорошие мальчики. Я их очень люблю. Вот как бы...